Он ничего не цеплял. Нет, он отсюда ничего, туда нет. Улетел прямо уже. Ничего не зацепил, да. Только вот это бревно зацепило. Трагедия произошла вот у этого моста в деревне Татарская Еманзельга. В среду около 4 часов дня жители деревни стали очевидцами ДТП. Land Rover, приближаясь к мосту, наехал на ограждение и, даже не успев заехать на мост, упал в речку. В результате происшествия на месте скончались пассажир и водитель данной автомашины. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена позже. За рулем иномарки находился 47-летний мужчина. В салоне на переднем сиденье ехала 37-летняя женщина. Жительница деревни Фарида была дома, когда они с мужем услышали на улице грохот. Выглянув из окна, она увидела упавшую с моста машину. Я побежала, побежала сюда и бегом бежала и звонила службу спасения 112. Вызвала МЧС, сказала, скорую сказала, и все. По словам очевидцев, передняя часть автомобиля полностью ушла в воду. Видны были только багажник и задние колеса. Вначале Раиль попытался открыть багажник машины, но его заклинило. Услышал, трактор сверху едет, побежал навстречу трактору. Остановил, говорю, давай быстрее, машину вытаскивать надо. Все, трос домой забежал, трос взял, прибежали, я залез в воду, подцепил трактором до берега, вытащили. Мужчина, вот водитель, со стороны своей дверки и из окна торчал по пояс. Мы его вытащили с трактористом, посмотрели, он уже мертвый. Когда машину к берегу-то подтащили, это самое, трактор забуксовал, ехал второй трактор, остановили его, зацепили вторым трактором, машину вытащили, потом смотрим, женщина выпала в речку тоже с лобового стекла. Из-за чего машина врезалась в ограждение и упала в реку, сейчас выясняет следствие. На территории Красноуфимского района подобных участков довольно-таки много, где протекают небольшие реки и построены небольшие мостовые сооружения. Данный участок не является местом концентрации ДТП в данной деревне, вот, Татарская Еманзельга. Это первый случай зафиксирован, когда водитель падает в реку с моста. И вообще по статистике за последние 5 лет данное происшествие всего второе. Речка Еманзельга, в которую упал внедорожник, небольшая, но местами довольно глубокая. К слову, Еманзельга переводится с татарского как «плохая река». Карина Кирогасьян, Марина Агалакова, Интера ТВ.